Я есть тело. Мое тело точно не связано с рассудком. Я гораздо больше своей оболочки. Тело – мой дом, а я прячусь за ребрами в темном уютном местечке и греюсь о тепло сердца. Сочное, сильное, белое, точеное, хрупкое, рыхлое, грубо очерченное, толстое, непривлекательное, ужасное, пропорциональное, полноватое, неуклюжее, нежное, нужное, небольшое, тяжелое, слабое, чувственное, выносливое, гибкое, уставшее, обмякшее, обычное, требующее заботы, округлое, дряблое, замерзшее, зудящее, единственное, активное, живое, резвое, надежное, фактурное, сутулое, бледное, мягкое, простывшее, слабое, липкое, серое, полое, смертное, хрупкое, сильное, красивое, отзывчивое, восприимчивое, быстрое, болезненное, обычное, беспокойное, волосатое, хрупкое, как стекло, не идеальное, некрасивое, чужое, больное, но сильное, измученное, уставшее, расцветающее, мягкое, уютное, сильное, заботливое, округлое, сексуальное, милое, бесстрастное, плотное, изнеможденное, странное, податливое, сильное и при этом невыносливое, изящное, хрупкое, уставшее, нежное, мое и все же любимое, потому что мое, морской котик на лежбище, здоровое, мягкое, несовершенное. Проект про тело, я начала его сначала с арт-исследования, то есть это был опросник, который рассылался людям и которые должны были их ответить на него. Там вопросов, наверное, было 10 и, ну, может, побольше. И на основе этих вопросов я создаю арт-объект. То есть этот вообще опросник про тело, потому что у меня синдром деперсонализации, и мне сложно понять свое тело. И как бы через других я хочу научиться и свое тело понимать. И вот эти эпитеты, мне просто они очень понравились, когда я их читала. Совершенно у всех разные. И как люди себя идентифицируют, и свое тело, и себя в мире. То есть я хочу попробовать для этого проекта, во-первых, чтобы люди почувствовали себя вне своего тела. У меня будет там небольшая такая инсталляция, вот, где закрыто, то есть человек туда заходит, и он прочувствует именно вот этот поток человеческих мыслей, который вот отобразился у меня в вопроснике. И он через него пройдет, чтобы он перестал ощущать себя как бы в теле, а вышел вне и прочувствовал это все. И, может быть, прочувствовал немножко деперсонализацию таким образом или других людей, ну, то есть какое-то вот такое. И для этого сейчас я делаю эскизы именно на основании ответов теста. Вот. То есть я хочу сделать образы разных трансформируемых тел. И сейчас я рисую тела без голов. Ну, вот так. У меня такие сейчас ощущения, и это очень важно именно показать направленность на телесность. Еще, конечно, результаты тестирования я буду там еще подводить итоги в плане с психотерапевтом. Ну, не то, что итоги, а именно результаты, да. То есть примерное процентное отношение, сколько женщин заполнило, кто доволен своим телом, кто-то имеет отклонение или нет. То есть, потому что результаты, правда, очень интересные. Вот. Какую первую картину ты сама вспомнишь? Вы обсуждали эту картину с моим преподавателем? И мы говорили о том, что вот скрытый вот этот эротизм, что в махе одеты гораздо больше эротизма, чем в раздетый. И вот это мне как-то так запомнилось, я сейчас. Я подумала, что да, это на самом деле очень сильно повлияло на меня. Но потом я обычно в живописи, в искусстве, я думаю про тело. И интересно, что тот момент до того, как я
начала об этом думать направленно, это было все равно в подсознании. Ну, то есть все работы можно туда же оценить. То есть про тело, про принятие себя, про физическую оболочку, про тактильность. Вот. И я бы хотела, конечно, выйти за рамки каких-то холстов, бумаг и так далее. Хочу выйти на инсталляцию. Вот. Может, перформанс. Но у меня еще пока не было такого опыта. Надеюсь, к выставке я сделаю вот инсталляцию. Вот. Ну, пока что это одна тема. У меня про тело. Создать такой комьюнити, типа вот резиденции, где будут женщины-художницы. И мы будем обнажены друг другу, у которых будут проблемы с телом. Ну, не всегда обнажены, можно в лифчиках, наверное. Ну, короче, это не важно. И мы будем создавать какой-то единый проект, будем друг друга познавать, и где, может быть, немножечко трогать друг друга, и что-нибудь такое. Это будет такое супер доброе комьюнити, по факту которого будет создаваться картина и будет продаваться, и это комьюнити будет жить на эти деньги. Каких-то людей собрать вокруг себя, которые тоже имеют проблемы с телом, и вместе изучать тело. То есть настолько это для меня это интересно, и как через них изучать это тело, через себя, вот какие-то такие вещи. Потом эти создавать картины, их продавать, жить на эти деньги. Вот, ну, какое-то такое хипповское представление про какую-то суперкоммуну. Я инва-художница и иллюстратор. Иллюстраторка все-таки. Вот, и, значит, инва-художница, это что значит? Не всегда, кстати, у меня там знакомые понимают. Это художница с инвалидностью. Этот термин вообще инва-геос, инва-художница, это вот от Алены Левиной и группы, поддерживающей женщин с инвалидностью, инва-геос. И мне настолько нравится эта приставка, что она, это что-то современное, это не, ну, как не шаблонное, то есть ты просто как будто другой художник. И потом только люди уже понимают, что с инвалидностью. Ну, то есть это важно, конечно, в творчестве моем пункт, потому что раньше я не могла об этом говорить, а сейчас я об этом говорю и вообще думаю в искусстве про тело, про какие-то особенности каждого человека. То есть для меня это важно об этом говорить. And I have an invisible disability, so if you just look at me, I look fine. So that was hard. It was hard to live in a body that was just so painful to exist in, and then to have nobody else around you even know that you were going through that. So that's definitely what like art did for me. It was, I thought a lot of it was just like emotional purging almost, like a way to share my experiences. But even over the years, I've kind of realized that like a lot of artists talk about like that flow state where it just time passes so fast and you don't really notice it. And that has been like the best thing for me in pain management. That's like the one thing that actually helps is that painting is so complicated and you have to focus so much that I almost can distract myself from pain, which is extreme pain. It's like one of the most painful illnesses you can have, but that's what's really cool is like, 3 or 4 hours will go by and I'm like, whoa, I didn't even notice these hours. Like if I wasn't painting, I would have just been sitting there for 3 hours, like suffering. So it's almost like if you feel like that, you don't want to do anything, but that just makes it worse. So my whole career, I've just been like, yeah, I feel like crap, but I'm still going to go paint. Like if I'm not doing it, somebody else is out there doing it. So I may as well just do it. Like, I, outside of my own studio, I work with other artists with disabilities in their studios as an art facilitator. So I kind of like bridge the gap between them wanting to create and actually having the ability to do that. So I kind of, this last year, I was actually received the grand prize award from the Kennedy Center for emerging young artists. So that was really awesome. That's probably my biggest claim to fame so far. A large theme in my work in something that I feel is particularly relevant right now is trauma and healing from trauma. Sometimes we get the impression that after somebody goes through a traumatic event, it will just be up and up and that healing is linear. But healing is not linear. Healing doesn't just get better. Healing is messy. It's painful. Healing doesn't always happen right away. Sometimes you have to live in the illness for a while. And this is a lot like making artwork. Artwork can never be
linear. It will never, at least for my paintings, it's never a linear process, even though I would love it to be. It's unexpected, and I kind of, my experiences inform my painting. So I really think it's helpful, especially after all of the shared trauma we've all experienced in the last four however many years, is that we don't need to sugarcoat it. We can face our trauma head on, and we are not victims, we're survivors. And there's nothing beautiful about suffering. There's nothing beautiful about abuse or pain, and that's not what I aim to create in my work. I'm not trying to find something beautiful in all of the difficulties I've been through, because there's nothing beautiful about it. What's beautiful is the fact that when I step back and I look at my artwork, it's a testament to all of my good days. It's a testament to the person I want to paint myself into. When I look at my work, I think, imagine how many hours I've spent in the studio trying to visualize this, trying to have this come together. And it's really inspiring. I've taken an illness that was invisible and incredibly difficult to see. I've taken feelings that I wanted to suppress and pretend they didn't exist, but instead I painted them onto large scale onto canvas for everyone to see. And just that level of vulnerability is something that we need right now. We need to be vulnerable, because we are. We don't need to pretend anymore. I have a medical device that's a spinal cord stimulator, and it actually got infected. So they were concerned I was going to become paralyzed if they weren't taking it out like immediately. So eventually they had to just take it out, but it's for pain management. So after that, I just had to like pretty much face the raw pain, like head on, like I did back when I was first diagnosed. So that really like started to get me reflecting a lot. And that's kind of what's reflected in this painting. Is it felt really hopeless. Like I never had felt like I lost hope before until this summer, when everything we had tried did nothing. And I was back to just square one, almost like all this stuff had never even happened, but except I'm traumatized by it. That's the only way we know it happened. And so it's just trying to figure out, like, when you are so emotionally charged, what you see in the mirror and how you experience your body. There's a lot to explore in painting. The depth of the pain I experienced is indescribable. So honestly, it's just something that I need to purge out of my soul onto canvas to even be able to express to somebody else. It's really made me reflect on who I was before I started having chronic pain. And I came to the realization that I don't even remember who I used to be before I started having chronic pain episodes. I don't know that person anymore. And honestly, the emotional and psychological weight of living with chronic illness is sometimes much harder than the actual physical illness. And that's honestly reflected in the painting. I decided to abstract and almost tear apart the form of the figure, and I'm not searching for a representation. I'm not searching for a photorealistic figure to emerge from the canvas. I'm searching for the feelings that I have in my stomach to be put onto canvas to express to others, because I can barely deal with it myself. So I can't separate myself from the pain. Unfortunately, it's become a part of me, but it's also not a defect. There's nothing wrong with me. The health system tells you that you're broken and you can't be fixed, but there's nothing wrong with me. I have chronic pain daily still,
And that's just my body. That's just what life has been like in my own body. It's been extremely uncomfortable to exist in a body that constantly hurts. And no amount of doctors or procedures can fix it. You just have to learn how to deal with it for the rest of your life. And I don't know how to deal with it yet, but maybe we'll figure it out sometime. All I know is that painting has really been the only thing that helps me deal with it day in and day out. I'm not trying to find a destination. I'm just trying to express what is the present, essentially, and to not be like held by representation, but to be able to break out of that and kind of express deeper things than just what's on the surface. Because when I look back, when I step back and look at work that I've done, it's just a reflection of how many hours I felt well enough to actually be in the studio doing something that I love. So even if I'm painting like the worst thing ever, the fact that I'm still painting is positive, and it's something that's encouraging. And so I don't see it as dark. I see it as just letting other people know like they're seen, how they are and how they're feeling. Меня зовут Сергей С., я художник, и у меня диагностирована шизофрения. Впервые творчеством я начал заниматься в возрасте 19-20 лет, как раз в то время, когда у меня впервые появилось заболевание. Именно тогда я создал первые свои работы с желанием созидать. Тогда же я поступил в ВУЗ на кафедру декоративного прикладного искусства для того, чтобы отточить свои навыки, но так как заболевание начало развиваться, его я не закончил, и дальше мой путь повернул в темную сторону, назовем это так. Далее в моей жизни в диапазоне 10-12 лет появилась наркозависимость и дела, противоречащие УК РФ, это мошенничество с банками и крупными корпорациями. Я стыжусь этого, но не отрицаю это, потому что это мой опыт, и я пытаюсь работать с ним и отражать в своих произведениях какие-то сюжеты, какие-то места, какие-то события я переношу на холст. После этого в 2019 я лег в реабилитационный центр для того, чтобы решить проблемы с зависимостью. После этого меня принудительно госпитализировали в психоневрологический диспансер по решению суда, как раз вот за эти дела. И именно там я переживаю второе рождение как художник. Именно там я понимаю, что это то, чем можно заниматься, это может быть делом жизни. Потому что я думаю, именно тогда, когда мне было 19-20, я не начал работать как художник только потому, что никто мне не рассказал, как это сделать и как это оформить в свою профессию. В 2020 году после выписки я приезжаю в Арзамас, в город, где я родился, и на деньги, которые у меня есть, оборудую студию и начинаю там работать. Какое-то время я работаю бессистемно, просто выплескивая свои эмоции и свое видение на холст. Но в середине 2021 года я понимаю, что изобразительное искусство, мир изобразительного искусства работает по каким-то определенным правилам, и понимаю, что мне нужна концепция и какое-то оформленное видение, в котором я работаю. И тогда я перезагружаю свое видение, разрабатываю технику и концепцию, в которой работаю по сей день. Если говорить о концепции, то все мои полотна объединяют один, по сути, сюжет. Есть главный герой, это человек в шляпе и с бабочкой, в цилиндре с бабочкой, который однажды просыпается в городе, в котором постоянная ночь. Он хочет выйти из этого города. Он слышал, что взойдет звезда, которая покажет ему выход. И для того, чтобы найти эту звезду, он взаимодействует с разными персонажами, которые я называю аватарами. Но на самом деле не все так просто. На самом деле этот рок-н-ролльщик – это проекция человека с ментальным заболеванием в его бессознательное, которым является город. А аватары, которые помогают найти ему звезду,
Это симптомы заболевания или другие вещи, которые влияют на течение этого заболевания. А звезда – это выздоровление. Эта звезда, возможно, никогда не взойдет. Но я надеюсь на лучшее. Вначале я отрисовываю эскиз в графическом редакторе векторном. После этого я работаю над фоном. В качестве фона выступает холст, покрытый краской акриловой и с элементами, нанесенными акриловыми маркерами. Именно в создании холста я работаю экспрессивно, пытаясь выразить все какие-то эмоции через мазки. А после этого я трафареты из самоклеящейся пленки наклеиваю на этот холст и наношу аэрозольной краской те места, которые в итоге будут графическими элементами, которые отображены на холсте. В проекте, который сейчас я делаю, это экспериментальный проект, и фон здесь нанесен не акрилом, это изначально фотография сделана на пленочный фотоаппарат. Далее я эту пленку проявил, распечатал на холсте, и вот уже по этому фотографическому изображению я наносил свои графические элементы и персонажи. Поэтому это такая проба. В дальнейшем я планирую продолжать эксперименты, и не обязательно фон будет являться таким, который я уже воплощал раньше. То есть, возможно, это будет что-то другое. Возможно, это будет работа на стекле или еще на чем-то, пока я не знаю. Посмотрим, что будет дальше. Я не вдохновляюсь какими-либо художниками и не черпаю идеи из чьих-то работ. Зачастую вдохновение мне приносит музыка. Иногда я понимаю, что какой-то трек соответствует тематике той работы, которую я делаю, и я тогда могу поставить просто трек на репит, и прямо вот 5 часов, пока я эту работу делаю, я 5 часов слушаю вот этот трек. Вот если люди находятся рядом в этот момент, они уже где-то на получасе говорят: «Серега, заканчивай». Но я ничего не могу делать, я продолжаю. А по поводу вдохновения для сюжетов, то здесь полностью его я черпаю из своей собственной жизни. Сюжеты, которые у меня происходили в каких-то жизненных ситуациях, или, может быть, видения, которые мне приходили во время моего обострения, или просто какие-то мысли на тему моего заболевания. Все это я черпаю оттуда. И у меня вообще нет проблем с вдохновением. То есть, если для кого-то там нужно что-то искать, у меня сейчас, я думаю, материала хватит на много времени вперед. У меня как раз вопрос стоит именно с творческим ресурсом, даже не творческим ресурсом, а с физическим ресурсом, когда я могу работать. Зачастую заболевание диктует свои условия, и очень много времени я провожу просто для того, чтобы справиться с ним, и для того, чтобы прожить эту жизнь, не скатившись в self-harm и там в другие вещи. For the last 15 years, I have been working with dancers and choreographers at theaters. So, and I really do love working collaborative work. I think dance is such a resonant medium for me because I am hearing, hard of hearing, and so I have 20% residual hearing in one ear and deaf in the other. I now have a hearing aid, and I recently got a cochlear implant 3 years ago, which is pretty short time, really, for your brain to adapt to a cochlear to an implant. So, my brain is still learning to understand this influx of strange digital information, but I embrace that as a kind of wow, this is the way how your brain does. This is brain plasticity in the works. Also embraced this kind of sensibility to sound that is kind of intelligible or not intelligible, depending on algorithms of my assistive hearing devices. Embracing the idea that I hear my own unique way, and sometimes that is a combination, it's a soundscape
of disruptive hearing, it's like tinnitus or nerve hearings. So I start collecting a library of these kinds of sounds, and my music training is actually classical music training with piano. So I really start investigating reimbursing my piano practice in a committed way, meaning I take lessons again and I learn a piece properly. And the whole process of that, I think, really reconnects me to the physical understanding of sound as well, and maybe also an understanding of crafting the sound as a piece rather than singular units that happen. So I'm very excited about that. I mean, I've played piano since the age of six, and from the age of six to 18, I was in a conservatory, and it was kind of my life, you know? And I never really understood why it was so moving. I could just do it forever. I think music was easier for me to understand in a way, perhaps most likely because it's tonal. I mean, as opposed to being in a crowd of people, you know, there's so many factors in understanding speech. Yeah, so it's almost like this comparison between these two worlds of trying to fit in a hearing world and here's my music world. And but I sort of let go of that because well-meaning people who influenced my life as I was growing up, my parents or teachers, I was like, well, you know, if you don't hear so well, it doesn't really make sense for you to study music, which logically you would think so. So I sort of let that go. But only as an adult, I've come back to it. It comes back to a kind of a cross-sensory understanding of everything. And it's not just brain plasticity. I think we so often forget that it's not a singular sense that explains to you how you experience this world. And there's just so much weaving of it. And just ability in a way, people say this because it takes away an ability, but I think it opens channels for you to realize other abilities. And it becomes a kind of a superpower. You know, so that's kind of my next research, is translating sound to vibration. But not only that, but I think a lot of what gets left out in the imagination of how they feel in space is the element of spatial perception. But I'm just starting to learn, study sign language, and I'm just so fascinated how space it is, because when you have a narrative, you know, you have to remember the space, the areas that you gestured towards, and all of that lends a comprehensibility to the role playing that you have. So I'm working with he's a coder and a data analyst, but he's able to program haptic, I think it's a Raspberry Pi, and with the hope that we can create a sort of a sensor that allows a rare with that Raspberry Pi to move through a space that will have the strength of the vibration will diminish according to the proximity of the signal. So in that way, so it's not the same intensity everywhere you go. So then you really have a sense of space in that. So it's a kind of a journey, a spatial journey as well, become a bigger part. And as I'm practicing the piano again, I'm rediscovering, wow, you know, what's the thing with Beethoven and Chopin that just, it just moves me. You know, tonic music is interesting to me, possibly because of the structure of it makes me think of Bach, and Baroque music, the layering of it, so elements to it, because there's a lot of body memory of
remembering where the, if you have to hit it, like Chopin makes a big jump. It's an analogy to my hearing devices because earlier on, we would always, I think all hearing aid wearers would have a common experience of having quote unquote undesirable sounds, you know, feedback, or you hear your hair, or thing close to you is disproportionately loud to what you're trying to hear as somebody speaking. But I'm seeing all these kind of being channeled or emphasized in digital music making. So this kind of divide is becoming smaller, you know, and less distinguishable. But I think it's an understanding of how technology is shaping how sound is being created, or how we might start to really hear sound. I see a parallel between signing and with music conducting. And so they're both inherently silent gestures or about a vocabulary of movements, but there's just so much meaning in them, you know. And I'm thinking at the bottom level of the definition of sound is sound waves, you know, you're pushing some molecular waves, and no ear is able to perceive that microcosmic movement of waves, but you know, what the meaning that's lost in there or in there. So that's the beginning of my inquiry. And I started video footages of signing and also music conductors conducting. So I kind of went back to Beethoven's Ode to Joy because it has both. There's a music element and there's the lyrics that go with it. And so I wanted to extend digitally, manipulate the footages of its respective movements so that it becomes an echo, a calligraphic representation of it in movement. Меня зовут Виталя. Я татуировщик, стрит-артист, музыкант, куратор. Слушай, даже чуть-чуть таролог. У меня очень-очень широкий спектр интересов. Я даже так однозначно не могу сказать, чем я занимаюсь. Еще музыкант. Ну, просто музыкант для меня такое... как хобби, что ли. И, честно говоря, я этим так уже давно занимаюсь и не стараюсь это никак особо выпячивать. И мне даже не приходит в голову обычно, когда меня спрашивают, чем я занимаюсь, что я еще и музыкант. У меня несколько проектов. Есть проект мой, так скажем, именной, в котором я под своим именем делал татуировки, называется Дивенцов. Вот... Я там пишу лох на людях всякими абстрактными способами и колю абстрактные всякие штуки. Вот. Также у меня есть проект под названием «Хранитель подземелья». В рамках него я делаю татуировки на средневековую тематику, гравюры. Вот. У меня есть еще один тайный проект, я стараюсь не разглашать. Хотелось бы попробовать... побыть саунд-артистом на какой-нибудь выставке, например, или сопровождать своими звуками какую-нибудь инсталляцию. Тоже все время с собой ношу рекордер, записываю разные интересные звуки, которые мне нравятся. Долго для себя искал инструменты для того, чтобы тегать, потому что с баллоном это не очень удобно. Он, во-первых, достаточно громоздкий для меня. Вот, это еще такая процедура. Подошел, открыл, натегал, закрыл, убрал. Так сложно. Сейчас для себя, ну, сейчас делаю самодельный сквизер. Это типа фломастер, ну, как бы не фломастер, как бы просто баночка, с которой краска подтекает. Вот, и очень-очень круто. Тогда вот я реально втянулся. Но это в прошлом сезоне было. Я тогда очень много за хранителя подземелья тегал. Вот. Сейчас уже практически не тегаю за хранителя подземелья. Но все равно с собой постоянно ношу сквизер, рисую. Я типа делаю ящики шумовые, с которыми можно взаимодействовать, они шумят.
Их трогать можно прямо. Они прямо собираются так, что их, ну, можно использовать. Это мне... Ну, они гораздо больше выражают то, что я хотел бы сказать зрителю. Я участвовал в прошлом году тоже в резиденции фонда «Четверг». Вот, и в рамках этого проекта я создавал шумовую коробку. Вот, это, ну, я их позиционирую как инсталляции, вообще это как бы объекты. Просто я думаю, что это, ну, на мой взгляд, это не инсталляция за счет того, что с ней можно повзаимодействовать. И как бы, условно говоря, типа, войти в мир этой коробки, но в то же время как бы это просто объект. Ну, типа как скульптура, что ли. Вот, и в рамках данной резиденции я тоже буду создавать такую же коробку, но альтернативную. То есть она будет тоже шумовая, но будет издавать другой звук. Вот, будет выглядеть по форме по-другому. Вот, в общем-то, такая вещь. А что это значит, я даже сам для себя не очень могу выразить. Как бы для меня это для самого остается немножко непонятным, но для меня это форма самовыражения, которая прям совсем инопланетная. То есть, типа, она не является настолько буквальной, чтобы я мог объяснить, что я сказал. Это очень-очень ускользающие такие переживания, но вот эти вот коробки – это одна из вот форм вот этого вот очень необычного подхода к искусству и к необычному подходу вызова эмоций. Я постоянно нахожусь в поисках, но все время нахожу себя в том, что я пытаюсь ощутить и передать вот эти вот неощутимые моменты. Вот у меня самое близкое по ощущениям это вот воспоминания из детства, когда у тебя за батареей упала бусинка между паркетом, и ты на нее смотришь и понимаешь, что ты никогда не сможешь ее достать. Я не знаю, как это выразить по-другому. То есть вот что-то вот такое, вот эти вот какие-то вот очень-очень необычные, какие-то вот очень-очень странные, глубокие закуточки эмоциональных и чувственных переживаний. Я пытаюсь их найти и к ним прикоснуться. У меня самая большая мечта – стать гражданином мира. Типа, чтобы у меня была возможность когда угодно, куда угодно поехать. И сколько угодно там пробыть. Вот, и думаю, если, ну, это, наверное, один из таких главных пунктов, о которых я мечтаю. Вот, имея я бы неограниченное количество денег, я бы, наверное, занялся бы... Во-первых, я бы, наверное, попробовал бы пронести в будущее какой-то объект культурного наследия. Но вот в духе того, как Александр Сергеевич Пушкин переписал все сказки, типа, русские народные, вот, я бы, например... попытался бы сохранить что-то культурное, важное. Не знаю, может быть, какое-то производство там каких-то диковинных вещей в каких-нибудь ебенях. Или типа сохранение какого-то языка, типа, который вымирает, что-то в этом духе. Вот. А если именно говорить про арт, то я бы, наверное, занялся бы серьезными какими-то большими инсталляциями. Типа, ну, вместо одной коробки сделать их 50, например. Или например, создать какой-то огромный арт-объект в духе, там, например, какого-нибудь там точного макета. Например, сделать точный макет какого-нибудь музея, да, где нельзя прикасаться к предметам искусства, но в котором можно будет все просто разломать, к примеру. Это, знаете, было бы такое, что... процитопаторная. Some of the stuff I've been working with clay
is like fountains and things. So it's a lot of things I've thrown and parts and pieces like that. And then I'll stick those together and they become these fountains that are sort of like frozen water. So, you know, they don't actually flow with water, but they're sort of like an animated fountain of all these parts and pieces that are very inspired by nature and kind of like the ideas of wabi-sabi and those kind of things. And yeah, the work for Russia was some pieces I actually did like while I was in Chicago, while I was working in Bridgeport. And they're sort of inspired by, one of them was inspired by biking. The one that I did in Bridgeport, it was right after like breaking my leg, and then I kind of recovered, and then I was like able to bike and get out again. And it was like a lot of sensory experiences at once, I felt like. So I was sort of painting that in large scale, and just sort of the things I would see, and like biking through the city and all the people and the sounds and the smells and all that kind of stuff. That was the colored painting one I did. And then the bigger charcoal black and white one I did was skateboarding. So that was to make them a little more refined and stuff. But that was based on skateboarding the city and the same sort of idea of like all these things that are going on. And I felt like what really got me into it was like initially playing with clay in high school and stuff, just a sense of touch, and like that it was sort of intuitive for me to like express ideas through like physical touch and through like making an object, I guess, and that kind of communication through like making an object. It sort of helps me focus, you know, again, with like feeling best while I have my hands in something. Like I feel most focused while I am working, and I can sort of think through things and stuff. So even in like school, I'd always be drawing and stuff, and like to pay attention to what's going on, I'd have to be doing something else, like multitasking, drawing or something. Yeah, I guess material itself, I guess, is a big influence too. So, you know, I've been playing with like concrete and putting wood inside of concrete, and then like metal on top of that as part of my bases for my sculptures, or actually, I suppose the sculpture itself, but, you know, I have my ceramic sculptures, and they're all the parts and pieces that are assembled and then stacked. And then below that, I normally have like sort of an assemblage sculpture of different media. So I tried to see like as many waterfalls and all that kind of stuff. And definitely like my senior year, I was trying to like hike every day and just be in like the forest and see things. And yeah, I guess another thing is like everybody leaves their sculptures in the forest a lot of the time. So you'll be walking and you'll just find this random sculpture. Like, I think this program is really cool because it puts, you know, people from across the world in contact with each other, and you can really like see other people's perspectives and like what type of art they make and how that's influenced from where they're from and who they are. And yeah, it's been a cool experience to like meet everybody from Russia and to be able to collaborate and do like a one exhibition that's like across the world and kind of meet people virtually. It's been really interesting. Я думаю, что я начинающая художница и, наверное, всегда такой останусь. Но занимаюсь я живописью очень давно. И в современном контексте я начала заниматься совсем недавно. Я занималась классической живописью, и мне все это дико не нравилось. Знаю, что это какое-то было. Но мне, когда я совсем немножко запуталась в своей жизни, я вспомнила разговор такой один, который у меня произошел с моей приятельницей. Я ей рассказывала о Илье Кабакове, и она мне говорит: «Лен, смотри, у тебя глаза горят». И я тогда подумала, ну, может быть, мне стоит
ну, в общем, обратить свое внимание на именно современную живопись. И я пошла учиться к прекрасной Нике Плотицкой и Кате Грановой. Вот, и я думаю, что это было, наверное, самое прекрасное, что со мной произошло. И все началось, ну, именно в современном контексте, все началось с повторений. Я делала очень много разных повторений. И я сформулировала для себя, ну, пока сейчас, что это такие у меня обсессивные вещи, которые я исследую, я их беру из там, воспоминаний с детства, из своих каких-то воспоминаний. И я думаю, с живописью тоже дедушка на меня так повлиял, потому что он все время что-то мастерил. У него всегда все было идеально, и он любил вот ручной труд, любил там вот что-то, ну, он не то, что там какой-то был золотые руки, а ну просто вот он любил что-то делать руками, и я всегда присутствовала рядом с ним в детстве, потому что родители у меня учителя, педагоги, вот, и они всегда были с учениками, а я как бы в детстве была больше с дедушкой, вот. И я тоже, мне кажется, от него вот это переняла, потому что, ну, например, когда в живописи, да, я занимаюсь, то я не чувствую там себя каким-то художником или то, что я там занимаюсь каким-то искусством. Я, ну, 90% времени я что-то мастерю, я мастерю кисточки, я там что-то обрезаю, я там эти натягиваю подрамники, но это полбеды. Ну, то есть я постоянно что-то делаю, я постоянно там штурмую хозяйственные магазины, там, ну, я дольше отмываю мастерскую, чем там, ну, импровизированную мастерскую, чем там я рисую. То есть это такой очень ручной труд. Вот, и это меня тоже очень сильно, ну, как-то, когда я думаю, ну, зачем я, например, этим занимаюсь, да, все равно же я думаю об этом. И я всегда думаю, что, ну, я бы просто ничего другого и, наверное, не смогла бы делать, потому что мне очень нравится, когда ты понимаешь, как что-то произошло из чего-то. То есть, я думаю, что мы часто забываем, вот что там, как все сделано, и нам кажется, что это появляется из воздуха, и мы не ценим это. А когда ты что-то делаешь своими руками, у тебя как-то, ну, ты словно с этим миром вот на одной такой, ну, если можно так сказать, вибрации, вот на такой какой-то волне. Вот. Но мне всегда нравился цвет. Мне всегда нравилось, я всегда там на уроках литературы, я всегда очень, ну, писала эссе о живописных картинах. И потом я еще, естественно, я училась в Москве, я переехала в Москву, и я пристрастилась к походам в Пушкинский музей, ходила, ну, на импрессионистов. Мане был моим любимым художником тогда. Да, есть идея. И мне нравится, что эту идею ты всегда можешь выразить и как бы, ну, чтобы получить ответ, да, вот моментальный ответ на свое состояние, на состояние то, что сейчас происходит, и ну, как бы отражать это, как-то говорить об этом. Я думаю, это тоже очень важно. Because I knew I had to do this. My artwork was the thing that kept me sane in an insane world. I was also coming to grips with my disability and being hearing impaired. And my, you know, parents want you to be perfect, so I had to fight against them to acknowledge that I did have this hearing impairment. But art gave me that sense of
accomplishment that I am somebody that, you know, sees things differently and conveys differently. The fact that my father was an artist, he was a commercial artist, and he was a corrugated designer, which made packages for products. And, you know, he worked for a large company called the Chicago Container Company, and they made things. He would come home with a prototype, and it would be a lava lamp or a set of dishes, and he'd make the box. And then, you know, he'd show me how to do all these things with a box. And sometimes I'd get a big box and I'd make a house out of it. And then I'd get, you can enjoy and appreciate a culture beyond the verbal or the written. And that kind of goes hand in hand in being hearing impaired also, because you see things differently. It's the body language and things like that that you use as a form of communication. And I wanted those small little so-called whisper of discarded remnants to speak loud for me. You're plunged away from your mother. All of a sudden you're in this structurized setting with other kids, and you can't relate for some reason or another, and you don't understand why. You don't have the reasoning behind it. Until later, you realize that it wasn't your fault. It's just you can't hear, or some people can't see, or whatever, that made you kind of feel left out. Like, why can't I partake? Why can't I hear the teacher? So it was like, okay, I'm bored with this. I just started sketching in my notebook and just going with that. So that kind of also got me in there with the encouragement from my father being an artist and giving me a different color pen every day he came home. And I see bugs, the way they react and things like that. They make me think about how we make marks on the earth and where our works are going. Information, so to speak, to make your dwelling, to make your mark on nature. I'm very conscious about that. And right now I think about maybe we make too much and that we need to scale back and not be so abundant. Because if you look in a lot of people's yards, they have all this stuff, and we didn't have all this stuff before. But now we have all this stuff, and it's cumulative. So I look at that, and that influences many of my works. When we look at art, we need some silence. We need to see how our body responds to the work, the sensibility. As same thing as when we go into nature, we have to feel the forest around us, the grass under our feet, the wind. Those things are so precious to us as humans, and they're part of our feel-good place, and we're losing that. And a lot of it is just intuitively, spontaneously painting on cardboard, paper, canvas, fabric, whatever I can find, almost like in a frenzy or a trance-like state, just going ahead and making the marks, not being afraid of what it is. My dream would be to have a museum show that would show these paintings kind of half cut up, and some of them, you know, with shapes missing. And then you go into another room and you have the reconstructed works. I only own colors that I can have a personal relationship with. I guess they kind of maybe substitute or represent my limited sound assessment abilities. That the colors can be loud.
Мы находимся в Санкт-Петербурге. Вы слышите шум нашего дождя. Мы здесь, потому что я очень люблю этот город, и я фотограф. И, возможно, благодаря этому меня пригласили в проект музея Пушкинская 10, Art Professional, где у меня появляется возможность поделиться той красотой, которую, возможно, вы еще не видели. Мое детство прошло вот в таких дворах. Машинок цветных еще не было, зелени каких-то, ну, в общем, ничего не было, и мне было скучно, и я всегда ходила вот так. И для того, чтобы я подняла голову и стала смотреть вокруг себя, отец подарил мне фотокамеру. А потом я еще заинтересовалась историей города, и вот все вместе это переплелось в то, что теперь я люблю город и снимаю его. Вот. Я расскажу вам про процесс, в котором я создаю свои стрит-фотографии, потому что очень для того, чтобы поддерживать форму, азарт и, как сказать, охотиться на различные моменты, которые происходят сами по себе, не постановочные, не придуманные, к нему подходят и еще что-то. А для меня так, о, у меня прямо сердце в пятки уходит, и как бы надо снимать. Вы в таком замечательном городе, где я всегда могу выйти на улицу и снимать очень интересные непостановочные моменты, ловить свет, ловить атмосферу города. Но для того, чтобы снимать портреты, нужно такое творческое пространство, личное, в котором будет уютно и комфортно и мне, и моим портретируемым. У меня есть очень огромное количество профессионального киносвета, и все для портретной съемки прям очень интересно. И могут раскрываться характеры. Вот. И я мечтаю о своей портретной студии, о том помещении, в котором можно вот оборудовать и снимать там прям и днями, и ночами, если вот прет. Это бывает что-то непонятное, потому что оно не имеет границ, как я называю, у меня зрение безграничное, потому что один предмет плавно перетекает в другой, и часто это получается что-то бесформенное, непонятное, в то же время узнаваемое или неузнаваемое. Так, например, выковывается такой характер, который что-то преодолевает, и благодаря этому раскрываются какие-то новые перспективы и возможности, которые в обычном состоянии никогда бы не догадался, что, оказывается, можно посмотреть, ну, вот с этой точки зрения. Например, стрит-фотографии. Мои объекты — это мой город, это лужи, трещины, история домов, какие-то персонажи, наверное, наполняет смыслом жизнь и что я могу рассказать людям для того, чтобы их взбодрить, поддержать и показать, что в тяжелую минуту, что мир прекрасен.